скажу, ребят, вот я еду уже, еду. Бляха, сколько ж я еду? Да уже много еду. А что я еду? Вот еду и еду. И по барабану, на чем бы я ехал. Ну, если только не на велосипеде. Там потому что уже мышечная, мускульная сила нужна. Пердячим паром, так сказать, педали прокручивать. А тут-то едешь просто. Гашетку крутишь. Жин-жин-жин-жин-жин, и все. Вот. И вот это я и хотел сказать вам. У нас дождь идет вот там, куда я еду, дождь идет. Я думаю, что я под него не попаду. Вообще под дождь, по прогнозам, я должен был попасть в Курске в самом. Но его там не было. Не зря я не испугался прогнозов и поехал сегодня. Сегодня трудиться нельзя, надо отдыхать, радовать себя. Сегодня праздник, Вознесение. И поэтому вот у меня все получилось. Ну, я еще, конечно, не доехал до дома, но думаю, что получилось. Гонщики. Я смотрю, у них сзади гонка, но пришлось подвинуться чуть не на полосу, на всякий случай. Они что, не будут там друг другу уступать, чтобы меня не задавить? У них там сейчас свой азарт, им на меня покакать. Едешь, блядь, вообще что, дебилы, сука, блядь. Машешь своим, блядь, клювом. В телефоне были, блядь. Долбоебы, блядь. Ну, бывает, ребят. Я на него не обижаюсь, зла не таю. Бывает. Любой может накосячить, засмотреться, заглядеться, задуматься, запердеться. Так что все нормально. Нормально, 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 нормально. Я, честно говоря, когда он меня обогнал, я так и знал, что такое будет. Я был готов к этому. Сгруппировал жопу свою до неузнаваемости. Ну, почти доехал, ребят. Поздравьте меня, я почти вернулся. Вот он я. О, и нейтралочку включил даже. Вы представляете, вот этот дрын этот, свозил меня в город, в Курск. И назад привез. О, парад. Вообще, красава. Круто, вообще круто. Фу, устал. Кстати, пробег вот теперь 14. А в первой серии сколько было? Потом там до 100 скинулось, да? Да, до 100. И потом плюс 14. Вот сколько я сегодня прокатил на нем без горя.